Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Оценена она, судя по всему, 90 центов. Сейчас распечатаем вместе с вами и посмотрим, что у нас там внутри. Так как на ощупь определить не могу. Это у нас типа сигнализация какая-то. Тоже заказывал там. Она действительно стоит до доллара стоимость его. Этой сигнализации. Сигнализация, я так понимаю, на двери или на окна магнитные. Так, эти бумажки мне... В принципе, нужны уже не будут. Вот вижу кнопку включения, выключения, тумблер. Здесь, судя по всему, нет, это двусторонний скотч приклеивать. А вот здесь вот батарейки. Батарейки вставлены, вот. Вставлены и уже вылетели. Сейчас мы. Так, ну что, я вставил еле. Очень трудно вставляются эти батарейки, потому что когда вытягивал эту заглушку, они у меня повылетали. Но кое-как я их вставил. И сейчас я покажу, как оно работает. Вот так вот мы включаем. И вот такой звук. Выключили. Включили. Ну вот так работает. В принципе, работает, и это хорошо, потому что цена такая, что удивительно даже, что она работает. Ссылка будет в описании, кому понравилось, кому такая сигнализация типа необходима, заказывайте. Как видите, все работает. Всем спасибо. Пока.